Эволюция человека или стилизованная карта Приднестровья. В Бендерах продолжается голосование за эскиз граффити, который появится на стене путепровода у фабрики Флари. Выбирает между двумя вариантами. С автором патриотического эскиза поговорила Алиса Плахова. Вот они, все 8 городов Приднестровья, от Днестровска до Каменки, расписаны в красках. Каждый со своей уникальной историей и достопримечательностями. Памятник Суворову, Екатерининский парк в Тирасполе, картодром в Григориополе. С особой любовью Оксана, студентка архитектурного факультета, писала историю Бендер и Днестровска. Это личное. Я рада, что изобразила достопримечательности города Днестровска, потому что в этом городе сейчас находится вся моя семья, и там прошло все мое детство. Несмотря на то, что я родилась в Бендерах, и мне нужно было по семейным обстоятельствам уехать в Днестровск, но, тем не менее, обучаюсь я снова в Бендерах, потому что кафедра архитектуры находится именно в Бендерах. И получается, что я вернулась также в свой родной город, и, конечно, хотелось бы, чтобы мое творчество тоже в нем осталось. На протяжении всего рисунка тянется желтая полоса, объединяющая все города. Она олицетворяет цвет и яркость нашего Приднестровья, говорит Оксана. Что именно рисовать, студентка долго не думала. Идея, как и желание участвовать в конкурсе, пришла сразу. На эскиз ушел почти месяц. Рисование пришлось совмещать с экзаменами. Но что не сделаешь ради мечты. Мне пришлось искать достопримечательности, но мне было не скучно это делать, мне было само интересно. Я многих из достопримечательностей, например, северной части Приднестровья не знала сама. И для меня как бы это было само интересно узнать о том, какое наше Приднестровье. И появился даже стимул съездить туда по возможности и увидеть это собственными глазами. Оксану поддерживают близкие и друзья. Болеет за студентку и вся кафедра архитектуры и дизайна. В соцсетях паблика «Бендера.Инфо», где идет голосование, именно ее работа уверенно держится в лидерах. Открыто голосование до конца июня. Что думаете по поводу ярких, красивых граффити у нас в городе? Я думаю, что это, если это красиво будет сделано, а не такое похабщину какую-то, то это прекрасно. Причем на таких стенах, где, вот знаете, есть пустые места огромные. Да, очень нравится. Это очень ярко, новая волна. Мне здорово. А вы бы что хотели увидеть вот на стене? Что-то про память, о Бендерах, что-то вот в этом вот роде. Что-то историческое? Да. После конкурса судить работы будет экспертная комиссия. Она и примет окончательное решение, что будет на второй стене у путепровода у Флуари. Эволюция человека от белых тигров или города Приднестровья от студентки Оксаны. Алиса Плахова, Дмитрий Редькович, ТСВ.